Привет моделистам, надеюсь, все ништяк. И Кей с вами, город Цинциннати, штат Огайо, Александр Колесников, кто первый раз. В конечном итоге я зарядил эту аккумуляторную батарейку, я делал предыдущее видео, и вот так пульсирующим LED показывает, что все, процесс завершен. Я опубликовал приблизительно такое же видео, как предыдущее, как установить и что к чему, на английском DCC Train. И там народ начал такую полемику насчет, стоит ли вообще использовать эту батарейку, обыкновенную, я имею в виду аккумуляторную, которая сейчас стоит. Вот такие батарейки, аккумуляторы тоже, которые вы можете заряжать. Либо же на такой долгоиграющих, как они называются, running session, вы будете использовать хорошие, дорогие, долгоиграющие батарейки. Да, вот так показывает, что пульсирует, да? Все четко. Я, наверное, сделаю такой эксперимент. Я поставлю другую, у меня два, вторая есть еще, с вот этими свежими батарейками заряженными, и эту с аккумуляторной батарейкой. И буду смотреть в течение дня, буду подходить к обеим и нажимать какие-то кнопки. Они будут практически идентичны. И посмотрим точно, сколько будет времени это все работать. Вот такой план. Но я никогда не имел проблем вот с этими батарейками. Есть аккумуляторные батарейки такого плана. Здесь за 4, за 10 баксов. Есть такие батарейки, которые 1,25. Это для там микрофонов таких беспроводных, для серьезной звуковой аппаратуры, ну и каких-то других прикладных вещей наверняка. Стоит свеч игра? В общем, посмотрим. Вам, ребят, успехов и всего наилучшего. Давай.